Здравствуйте, уважаемые слушатели проекта cbg.ru. Меня зовут Жанна. Сегодня мы с вами будем готовиться к сдаче ЕГЭ по математике. Несколько слов о структуре занятий. Занятие длится 40-60 минут. Вы получаете задание и время на их решение. В чате справа вы можете писать правильный ответ и ход решения. Все задания будут разбираться, и вы всегда сможете проверить правильность своего решения. Правила комментариев в чате справа. Мы ждем ваши ответы. Если вы решаете быстрее, пишите не только ответ, но и ход решения. Важно, если вы что-то не поняли, не успели или видите явную ошибку, напишите вопрос. Однако не стоит писать сообщение не по теме занятия. Любые вопросы, не касающиеся рассматриваемой темы, будут удаляться. После 3 удалений сообщений, написанных не по теме, участника добавляют в черный список, и вы больше не сможете писать в чате справа. Будьте сдержаны и вежливы к другим слушателям. Спасибо. Чтобы быть в курсе следующих занятий, пожалуйста, вступайте в нашу группу ВКонтакте vk.com/cbege. А если вы пропустили какое-то занятие, вы всегда сможете посмотреть его запись на нашем канале YouTube. На него я тоже рекомендую вам подписаться. Итак, начнем наше занятие. Найдите наибольшее значение функции на отрезке от 0 до π пополам. Y равное 12 косинус х плюс 6 корень из 3х минус 2 корень из 3π плюс 6. Приступим к решению. Найдем производную заданной функции. Y' равно минус 12 синус х плюс 6 корень из 3. Найдем нули производной на заданном отрезке. Минус 12 синус х плюс 6 корень из 3. Равно нулю. Х лежит в промежутке от 0 до π пополам. Отсюда следует, что синус х равен корень из 3 пополам. И здесь мы явно видим, что х равен π на 3. Определим знаки производной функции на заданном отрезке и изобразим на рисунке поведение функции. У нас есть три фиксированные точки: 0, π на 3 и π пополам. От 0 до π на 3 функция имеет положительное значение, от π на 3 до π пополам отрицательное. В точке х, равная π на 3, заданная функция имеет максимум. Являющееся ее наибольшим значением на заданном отрезке. Найдем это наибольшее значение. Y от π на 3 равно 12 косинус π на 3. Плюс 6 корень из 3 π на 3. Минус 2 корень из 3 π. Плюс 6. Это равно 12. 12 и есть наш ответ. Следующее задание. Найдите наименьшее значение функции на отрезке от минус 3π пополам до 0. Y равно 5 косинус х минус 6х плюс 4. Найдем производную заданной функции. Y' равно минус 5 синус х минус 6. Уравнение Y' равно нулю не имеет решений. Производная отрицательна при всех значениях переменной. П
поэтому заданная функция является убывающей. Следовательно, наименьшим значением функции на заданном отрезке является точки 0. Найдем y от 0. Это равно 5 косинус 0, минус 6 умножить на 0, плюс 4. Ответ будет 9. Найдите наибольшее значение функции на отрезке от минус π пополам до 0. Y равно 15x минус 3 синус x плюс 5. Найдем производную заданной функции. Y' равно 15 минус 3 косинус х. Уравнение y' равное 0 не имеет решений. Производная положительна при всех значениях переменной, поэтому заданная функция является возрастающей. Следовательно, наибольшим значением функции на заданном отрезке является в точке 0. Найдем y от 0. Пятнадцать умножить на 0. Минус 3 умножить на 0. Плюс 5. Ответ будет 5. Найдите наибольшее значение функции на отрезке от минус 5π, деленное на 6, до 0. Y равно 10 синус х минус 36, деленное на π, умножить на х, плюс 7. Найдем производную заданной функции. Y' равно 10 косинус х. Минус 36, деленное на π. Уравнение y' равное 0 не имеет решений. Производная отрицательна при всех значениях переменной. Поэтому заданная функция является убывающей. Следовательно, наибольшим значением функции на заданном отрезке является в точке минус 5π, деленное на 6. Найдем y от минус 5π, деленных на 6. 10 синус умножить на минус 5π, деленное на 6. Плюс 36, деленное на π. Умножить на 5π, деленное на 6. Плюс 7. Здесь у нас получится минус 5. Здесь 30. И плюс 7. Наш ответ 32. Найдите наименьшее значение функции на отрезке от минус 5π, деленное на 6, до 0. Y равное 5 синус х плюс 24, деленное на π, умножить на х, плюс 6. Берем производную функции y' равно 5 косинус х. Плюс 24, деленное на π. Уравнение y' равно 0 не имеет решений. Значит, производная положительна при всех значениях переменной, поэтому заданная функция является возрастающей. Наименьшим значением функции на заданном отрезке является точка минус 5π, деленная на 6. Найдем значение в этой точке. Y от минус 5,
5π деленное на 6 будет равно 5 синус умножить на минус 5π деленное на 6 минус 24 деленное на π умноженное на 5π деленное на 6 плюс 6. И это все равно минус 16,5. Итак, найдем наименьшее значение функции на отрезке от минус 3 до 3. Y равно 5 плюс 9x минус x в кубе, деленное на 3. Найдем производную функции y' равно... Девять плюс х квадрат. Далее приравниваем производную к нулю. Девять плюс х квадрат равно нулю. Из этого следует, что корни данного уравнения равны 3 и x1 и x2 равен минус 3. Так, получившие значения подходит в данном отрезке, то тогда просто подставляем y равняется 5. Что происходит? Найдем наименьшее значение функции на отрезке от минус 3 до 3. Функция y равно x в кубе, деленное на 3, минус 9x, минус 7. Итак, найдем производную y' равняется x в квадрате, вычесть 9. Приравняем производную к нулю. Из этого следует, что x квадрат минус 9 равняется нулю. Корнями данного уравнения является x первое равняется 3, x2 равен минус 3. Далее подставим значение 7 разделить на 3 минус 27 плюс 7 равно минус 25. Правильный ответ. Найдите наименьшее значение функции на отрезке от минус до 1 до 5. Функция y равняется 9x квадрат минус x в кубе. Итак, найдем производную y' равняется 18x минус 2x квадрат. Приравняем производную к нулю. Из этого следует, что 18x квадрат x минус 2 x квадрат равняется нулю. Шесть x вычесть x квадрат равняется нулю. Корни уравнения
x равен 0 и x равен 6. Данное значение x равняется 6 не попадает в диапазон значений на отрезке от минус 1 до 5. Поэтому мы его не используем. Подставляем значение x равное 0. И из этого выходит, что y равен 0. Найдите наименьшее значение функции на отрезке от минус 2π на 3 до 0. Функция y равняется 6 косинус x плюс 24 деленное на π умноженное на x. Y штрих равняется 6 синус x плюс 24 делить на π приравнивая производную к нулю. Минус 6 синус плюс 24 делить на π равняется нулю. Правильный ответ минус 14. Чё? Всё, я буду начать. Большое спасибо за внимание. Вы самые лучшие слушатели. На сегодня ваше занятие подошло к концу. Чтобы быть в курсе актуального расписания занятий на cbege.ru, пожалуйста, вступайте в нашу группу ВКонтакте vk.com. CBEG. Также советуем подписаться на почтовую рассылку. Это можно сделать на главной странице cbege.ru. Чтобы поддержать проект, расскажите о нем своим друзьям и одноклассникам. Проще всего это сделать с помощью баннера сверху. Пожалуйста, помогите проекту. Нажмите кнопку «Поделиться» и разместите информационное сообщение о нашем проекте на своей странице ВК. Чтобы проект оставался бесплатным и мы смогли подключить новых преподавателей, нам очень нужна ваша информационная поддержка. Следующее занятие по... Следующее занятие по математике состоится завтра в 13 часов по Москве. До встречи на следующем занятии. До свидания.